Два нетрезвых мужчины сели в машину в микрорайоне «Крутые ключи», вспоминает таксист Илья. Когда проезжали один из торговых центров на Московском шоссе, один из пассажиров достал нож. Один из пассажиров, который сидел сзади, приставил нож к горлу и угрожал зарезать, если я не отдам автомобиль. Я вышел из транспортного средства, и преступник угнал транспортное средство. Таксист отделался легким испугом и не растерялся, остановил проезжающий экипаж ДПС. Инспекторы сообщили о происшествии в дежурную часть. Оперативники сработали быстро. Установили свидетелей произошедшего, установили, в какую сторону уехала машина, значит, начали отрабатывать этот квадрат, эту местность, после чего, значит, обнаружили похищенную автомашину, она уже стояла без государственных номеров, начали обследовать территорию и задержали. Подозреваемый в грабеже – житель Самары, ему 38 лет. Он уже был судим за убийство и незаконное хранение оружия. И вот пошел на новое преступление, причем изрядно навеселе. Я шарахнул его, машину отобрал у него и бросил его. Так а с какой целью отобрали-то? Да ни с какие, я что? Просто бросил. Просто машину, бросил? Да. А вы что, много пили-то сегодня? Сегодня, да. Сколько? Литра полтора выпил. Водки? Да. Один? Да. Какое наказание теперь грозит подозреваемому, установит суд. Автомобиль вернут владельцу. С машины хоть и успели снять регистрационные номера, сам транспорт не пострадал. Олеся Корецкая, Марина Кравцова, «События».